Валерия Щукина увлеклась японским боевым искусством дзюдо 7 лет назад. Взяла пример с брата. Сегодня девочка уделяет тренировкам несколько дней в неделю. Труд не проходит даром. Спортсменка показывает отличные результаты на всевозможных турнирах и чемпионатах. Один из последних – первенство России, которое прошло в Калининграде. Самый запомнился – это, наверное, финал. Потому что мы проигрывали, и под конец мы уже начали выигрывать, когда проигрывали 4-0. Хорошие результаты мне удается выполнять за счет усердных тренировок. Чтобы попасть в команду, Лера выиграла первенство Приволжского федерального округа. Дальше ее отобрали в первую команду ПФО. На первенстве России бои проходили стенка на стенку, в каждой команде по 9 человек. Наша спортсменка хорошо проявила себя. Во всех встречах одержала победы. Эти результаты помогли первой команде ПФО взять золото в командном зачете в первенстве России. Собраться с духом помогал тренер Рустам Ниязов. Подготовка проходила в Нижегородской области, город Кустово, в академии самбо. 3 дня мы готовились к демонстрации техники атаката, ну и, соответственно, борьба. Демонстрации выступили не очень успешно, заняли там 7-е место из 13 команд. А в борьбе вот у нас, да, получилось выиграть, занять 1-е почетное место. Первенство федерального уровня для спортсменов – возможность показать свое мастерство и получить 1-й спортивный разряд. Кирилл Савосин, Геннадий Бухтаяров, Управда ТВ.